Здравствуйте. Меня зовут Дружок, а моего хозяина Петя Зубов. Вы не удивляйтесь, это я не говорю, а только думаю. Собаки ведь говорить не умеют. Петя хороший мальчик, только неорганизованный. И очень любит поспать. Не просыпаешься? Но я тебя разбужу. Опять в облаках витаешь? Оставь в покое самокат. Ну-ка, живо одеваться. Завтракать пора. Успею. И вот так каждый день. Вот вырасту большой. Изобрету ботиночно-шнуровальную машину. Сунул ногу в ботинок, а машина раз и зашнуровала. Сунул другую, а она опять раз и зашнуровала. Дадут мне за машину премию. Куплю мотороллер и поеду на нем. Поеду на нем первым делом в Африку. Ценит он времени. Вот такие и попадают в лапы
к злым волшебникам. Что? Вы думаете, их не бывает? Не бывает? Не бывает, не бывает. Ну и что же я, молчок? Я безвредный, безобидный, незаметный старичок. Не бывает, не бывает. Ну а я вам докажу, что бывает, что бывает. И свинью вам отложу. Пойдешь налево — просто лес. Пойдешь направо — тоже лес. Но если ты дубом полез, перед тобой волшебный лес. Вот он, мой лес. Ни листочка, ни цветочка. Заглядение. А ты что здесь делаешь, пучеглазый? Ты почему избу не сторожишь? Смотри на меня, лодырь! Встречает? Странно. Спят, наверное, дармоеды. Так, едем дальше. На букву З. Захаров Василий Куприянович. Не гасит свет в местах общего пользования. И вообще подозрительная личность. Захаровской тоже не гасит. Захарьянц. Живет непосредством спекулянт. Зуев. Помедленнее, словненько мой, не успеваю. Симулянт. Прокось, прокось. Чем это вы занимаетесь? Доносы строчил. На всех подряд по телефонной книге дошли до буквы З. Доносы? Кому они теперь нужны? От жизни отстали. Думать не хотите? Обленились. За последние 10 лет ни одной приличной гадости людям сделать не можете. А еще злые волшебники. Халтурщики! Вот вы кто! Так ведь старость, Прокофь, Прокофьич. Молодости сам, небось, помнишь, я лихо орудовала. Молчи, тунеядка! А ты, Андрюшка, твоя какая обязанность? Наша обязанность возбуждать в людях зависть и жалость. Ой, оговорился, жадность и зависть. Ну, и как же ты возбуждаешь? Плохо, Прокофь, Прокофьич. За последнее время плохо возбуждаю. Нет, бывает, конечно, удается у одного другого возбудить, но редко. Ой, редко. Да вы что, дармоеды, на покой собрались? Не выйдет, голубчики. Придется еще поработать. Да годы наши преклонные, пенсионные. Вот какая неприятность. Да. А мы годы себе вернем.
помолодеем и с новыми силами начнем людям вред приносить. А как же мы помолодеем? Как же? Нас никто не слушает. А здесь никто, Прокофь Прокофьевич. Вот слушайте, известно ли вам? Ку-ку, ку-ку. Пропасть напугала. Будь ты неладна, деревяшка глупая. Пить хочу. Еще чего? А ну, слышь отсюда! Так вот, известно ли вам, дармоеды, что на свете есть множество ребят, которые попусту теряют время? Вот мы и должны это время подобрать и взять себе. Да. А как же его возьмешь? Время-то. Время-то это не кошелек. Вот, скажем, человек потерял кошелек, а ты его взял и присвоил. Вот я тебя понимаю. А время, оно, как бы сказать, невещественное. Невещественное. Это для людей оно невещественное. А для нас, злых волшебников, очень даже вещественное. Оно вроде песочка. Потерянное время. Его надо только веничком и в мешок. И при этом заклинание сказать. Чигрики-мигрики, шаранда-баранда. Что от вас ушло, то к нам пришло. А потом из этого песочка замесим тесто, напечем лепешек на прованском масле. Съедим и помолодеем. А старость наша куда денется? Старость к ребятам перейдет. Они вместо нас превратятся в старичков. Понятно? И нам польза, и людям вред. Ну давай, налетай, драный хвост. Сынок, Петя, опять не позавтракал. Я с собой взял. Времени мало, боюсь опоздать. Времени мало, а воробьев гоняешь. Иван Гургенович, а сколько сейчас времени? До звонка осталось 10 минут. Беги, дорогой. Ну, еще 10 раз успеем. Все помните? Так, Костя, Прокофьевич, помним. Тот же. Мишки взяли? Вот. Ну, как говорят люди, ни пуха, ни пера. Эту песенку свою с удовольствием пою. По душе она водителю вполне. О весне, о ясном дне, о родимой стороне. И о том, что очень нужно дорожить тебе и мне. Временем, драгоценным временем, чтоб оно служило людям, чтоб служило всей стране. Дружно трудится народ, время движется вперед, час за часом, день за днем, за годом год. Хорошо на свете жить, нет причины, чтоб тужить, только всем нам очень надо дорожить. Временем, драгоценным временем, надо каждую минуту и нам с тобою дорожить. Ой. Сынок, делай милость. В чем дело, граждане? Подкинь старичков до города. Да-да, до города. Уважь пенсионеров. Да-да. Это можно. Садитесь, папаша и мамаша. Ой, красавец какой-то. Вы что, взбесились? Надо помогать друг другу, а не отпихивать. А не то люди быстро нас с вами раскусят. Правильно, Прокофьев. Разрешите, я вас подсажу. Пожалуйста. Благодарю вас. А меня? Будьте любезны. Мерси. Ой, вот это мерси. Колбухом по голове. Тише ты, симулянт. Ну, иди. Слабники. Живо. Давайте. Поехали. Поехали. Эх, вот это работа! Махай себе палочкой! И все тебя слушаются! Красота! Эй, паренек, а ты в школу не опаздываешь? Нет, что вы!
Ну смотри. Ну вот и банька, папаша. Желаю вам хорошо попариться. Да ну тебя, губошлёк противный. Приступаем к производственной гимнастике. Для разминки сделаем по одной пакости, а потом за работу. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стой! Доносы отправлю. Летите, голуби, летите! Ну-ка, попробуем. Ну, миленькие, вы у меня попляшете. Переходим к водным процедурам. Попался! Что ты сделал, а? Не знаю. Понятия не имею. Коротенькая зарядочка тебя укрепляет. Вот, утреннюю зарядку сделали, пора и за работу. Правильно, Прокофь Прокофьевич. Пошли на работу, друзья, на работу. Три-та-та, три-та-ту, три-та-та. Чики, миленькие, харанки, харанки. Что от вас ушло? Кто к нам пришел? Чики, миленькие, шаранки, баранки. Что от вас ушло? Кто к нам пришла? Противный. Тирики, мигрики, таранки, баранки, спать, пусть вот там пришло. Тирики, мигрики, таранки, баранки. Тирики, мигрики, таранки, баранки, спать, пусть вот там пришло. Тирики, мигрики, лучше понимаю. Тирики, мигрики, таранки, баранки, спать, пусть вот там пришло. Я на минуточку, посмотри. На минуточку? До звонка осталось 3 минуты. А ну, живо мотай в школу, а то матери все расскажу. Успей, Иван Гургенович, бегу! Смотри!
Смотри! Тебе клюну. А я вас не боюсь, не боюсь, не боюсь. Учительницу пения, до ре ми фа соль, вывел из терпения, соль фа ми ре до. Тише ты, лоботряс, рыбу распугаешь. Кажись, полный. 7 ящиков умножить на... Садись, Кутяпина. Тебе надо подтянуться. Тихо. Зубов, Петя. Он вроде не пришел. Как, опять не пришел? Да. Уж не болен ли он? Ну, тогда ты, Макаров. Задачу решил? Решил. Отвечай. Задача про яблоки. Условие. В магазин поступило 7 ящиков яблок Антоновки. И 3 ящика яблок Белый налив. В каждом ящике по 15 килограмм. 1 килограмм Антоновки стоит 75 копеек, а 1 килограмм Белого налива стоит 1 рубль. Спрашивается, сколько надо воды на 4 мешка потерянного времени? Ровно 20 кружек. А вот тебе лила? Лила, злобненький мой, лила. А время все высыпали? Все, Прокофь, Прокофь, все, до последней секунды. Хорошо, и месить до изнеможения. Анна Ивановна, изнемогаешь? Изнемогаю, батюшка, рук не чую, с ног валюсь. Вот и хорошо, пора. Давай. Авдотья, режь лепешки. Анюшка, сковородку. Чур мне самую большую лепешку. Это почему-то? Я масло стащил. Прованское. Ну и что? Тихо вы. Вот это. 3 минуты до 7 минут. Будет 10. 10 до 25, 35. Мальчишка или девчонка минуту потеряли, а мы на месяц моложе. Они 12 минут, а мы на год моложе. Вот она, волшебная арифметика. Тигрики-вигрики. Лепешек много, но съесть можно только по один. Слышите, дармоеды? По 2 лепешки на каждого. Тогда мы помолодеем до нужного нам возраста. Куда? Брать лепешки по моей команде. Правильно. Андрюшка, положь на место. Анна, Авдотья, да что же это? Да, так мне и самому ни одной не достанется. Будет моя лепешка. Андрюшка, перестань кривляться. Волосики, кажется. Точно. Андрюшка, положь, вот я тебя. Дармоед. Обжора. Чтобы вы стали молодыми, взрослыми волшебниками, а вы превратились в детей! Как в детей? Я не хочу в детей! А думаешь, они хотят? Это все ты, Андрюшка? Это ты первый стащил лепешку, жулик? Бей его, Авдотья! Сковородкой бей! Вот я его огрею, батюшка! Не смей! Я буду жаловаться! Жаловаться! Ой, ой, что это с нами сталося? Прошенька! Прошенька!
хорошенько. Все, доигрались. Что это с нами стало? Эх, смотри, доигрались, что у меня? А что я? Не поймаешь никогда, не поймаешь никогда, не поймаешь никогда. Бежим, бежим, бежим! Девочки, куда же вы? Давайте еще попрыгаем. Два, три. Учительницу пения, дорами посоль. А вы, гражданин хороший, что же вы здесь безобразничаете? Простите, простите, я больше не буду. Не буду? Милиции захотел? Да что же это делается? Третий Б. Опять опоздал. Лоботряс. Да ладно. А где же он? Кто? Петя Зубов из третьего Б. А где? Да вот он я. Видать, вы шутник, дедушка. Какой же я дедушка? Я мальчик. Я ученик третьего класса Б, Петя Зубов. Зачем же вы меня пугаете, тетя Наташа? Да это вы меня пугаете, дедушка. Я вовсе не дедушка, я мальчик. Хорош мальчик. Видать, вы с утра здорово хлебнули, дедушка. Ай-яй-яй. Что же это такое? Наверное, я еще сплю. Ну, конечно. Ну, ладно, ладно. Довольно кривляться. Иди, иди отсюда. Здесь школа, здесь дети, понимаешь? Тетя Наташа. Ну, иди, милый, иди. Ну и люди. Ой. Пока не проснулся, покажусь нашим ребятам. Вот смеху-то будет. Что у тебя дома живет еж и черепаха. Верно. А прошлое воскресенье тебя не пустили в кино. Тоже верно. Сказать за что? Не надо. Не надо. За то, что ты подрался со своей сестренкой. А сказать, сколько ей лет? Не говорите. 3 года. На твоем месте, Зина Кутяпина, я бы не очень веселился. Почему? А потому что ты вчера получила 2 по арифметике. Верно. О, я все про всех знаю. Тогда скажите, кто еще получил 2 по арифметике? Это не важно. А, вы знаете? Ну, Петя Зубов. Верно! Он у нас вообще отстающий. Кто? Да Петя Зубов. И по арифметике, и по русскому, и вообще он трудный ребенок. А ты не боишься, что он тебе за эти слова по шее накостылял? Да ладно? Да. Мне-то? Да. Да я его на одну левую. Ну, не про
простит он тебе этих слов, Колька. А, я знаю, кто вы такой. Вы дедушка Петя Зубова. Вы на него похожи. Ну, дедушка. Я слышала, вы дедушка Петя Зубова. Здравствуйте. Здравствуйте, Марья Сергеевна. Что с Петей? А, ничего страшного. Ангина. И это не опасно, не опасно. Ну, очень рада. А я хотела вызвать его родителей. Зачем родителей? Не надо родителей, Марья Сергеевна. Ну, теперь, конечно, не надо. Я поговорю с вами. Дело в том, что Петя очень способный. Способный. Но крайне неорганизованный ребенок. Очень много времени теряет зря. Ну, я с ним поговорю, я приму меры. Пожалуйста. А не могли бы вы мне дать совет? Пожалуйста. Как научить ребят дорожить временем, ценить свои минуты и часы? Ой, это очень просто. Надо всем ребятам купить ручные часы, сказать им их цену, и тогда все ребята будут свои часы ценить. До свидания, дедушка. Ребята в класс. До свидания, дедушка. До свидания. Отстань! Извините, дедушка. Извините? Смотреть надо! Переросток! Действительно, с Марьей Сергеевной нехорошо получилось. Глупостей каких-то наговорил. А, ничего, я ведь сплю. Проснулся, что ли? Я покажу. А, и вы тоже, внученка, прожидаете? Присаживайтесь, потолкуем. Такая уж наша стариковская должность. Да. А давно ли сами в школу бегали? Да-да-да-да. На пенсии? Ага. Кем работали? Я? Как вам сказать? Понимаю. Разное приходилось. О, разное. А у меня профессия знаменитая. Токарь высшего разряда. Хорошо. Сперва я, конечно, в Сухуми работал. Знаю. В Средней Азии. Нет. Это на Кавказе. Абхазия. Ну, а потом с семьей в Ашхабад переехал. Знаю. На Кавказе. Нет, вот это как раз в Средней Азии. Что-то у вас география в голове путается. Вам сколько лет, дедушка, а? 9. 39. 69. А, вот это вернее будет. А последняя ваша работа какая была? Последняя что-то не припомню. Доктором был. Да. По каким же болезням? По всяким. И скарлатину лечил, и свинку, знаете, когда шея пухнет, то компрессы ставят. А. И кур лечил, знаете, это когда надо лежать, скучно. И этот, дифтерит. По детским стало быть болезнь? По всяким, и по детским, и по взрослым, и по... Курите? Нет, что вы, никогда не пробовал. Давайте покурим, а? Никто не заметит. Неужели никогда и не курили, а? Может, не стоит начинать? Почему же не стоит? Когда-нибудь надо начинать, а то ребята в уборной курили, а мне не дали. Понятно. Я, пожалуй, пойду. Директор, Дмитрий Николаевич! Папироска! Чокнутый. Потеряли что-нибудь? Нет, нашел, уже нашел. Ну, хорошо. Петрович! Почему блоки не подают? Да крановщик глаз засорил. В поликлинику повезли. Что ж делать будем? Простой получается. Обещали прислать старичка одного опыта. Дубов по фамилии. Жду с минуты на минуту. О, а вот, наверное, и он. Здравствуйте, папаша. Здравствуйте. Привет. Вы Дубов?
Зубов. Извините, пожалуйста. А я по телефону-то не расслышал. Мы вас заждались. Меня? Ну да. Вы, наверное, в кранах-то здорово разбираетесь. Еще бы. Я их каждый день собираю, разбираю. Разбираю, собираю. Ага. У меня конструктор. Он конструктор с высшим техническим. Ага. Повезло нам. Ну что ж, папаш, поручайте, прошу на кран. Что вы? На таком я не могу. Ну что вы? Что вы скромничаете? Прошу, папаш. Ну ладно, попробую. Конечно. Попробую. Ну что ж, и попробую. Видать, старик опытный. Конструктор. Забрался. И есть хочется. Ну ладно, ничего, поем потом. И... Давай, папаша! Вира! Где она, эта Вира? Что за дело? Сейчас стропы отцеплю. Ай! 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 Ну что, старик, вернулся? Ой! Лиз! Лиза! Майна! Майна! Майна, говорят тебе! Вот дает! Ой! Ой! Спасите! Спасите! Близкого! Спасите! Голубчики! Родники! У меня дети! Семья у меня! У меня семья! Спасите! Вниз давай! Дети в него! Давай! Караул! Мама моя! Родная! Мама! Спасибо! 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 Хлопцы! Плохо мое дело. Ничего-то я не умею. Эх! Лиза, принимай остальное. Успею. Не видишь, одна кручу. Дедушка, ой. Вы бы не приглядели за яблочками, а? Мне на 5 минут отлучиться надо, товар принять. Пожалуйста, это я могу. Вот спасибо. Я мигом, ладно? А продавать можно? Да можно, если сумеете. Вон цены указаны. Это хорошо. Это я смогу. Нам как раз была задана задачка про яблоки. Вам сколько? 1,5 килограмма Антоновки и 1,7 грамма белой налии. Лучше сначала сосчитаем, сколько сразу получить. Значит, с условия. В магазин поступили яблоки. 7 ящиков Антоновки и 5 ящиков белого налива. Спрашивается, сколько надо с вас получить за 700 грамм этих? Ну и 1,5 килограмма этих. 500 грамм. И 500 грамм этих. Простите, вы последняя. Я. Значит так, берем 2 покупателей. Нет, 3. И делим их на 11 ящиков. Послушайте, нельзя ли поскорее? Люди опаздывают на работу. Пожалуйста. Значит так, цена 45 килограмм по 88 копеек. Это будет 39 рублей 60 копеек, верно, Петрович? Верно. До кандили 70 килограмм по 90 копеек на 63 рубля. Итого 102 рубля 60 копеек. Верно, Петрович? Верно. Ну, прям профессор. Мальчик, ну, пойди сюда. Это у тебя не арифметика? Да. О, годится. Поздновато, папаша, вы хватились. Ну, где же она, эта задачка про яблоки?
Просто какой-то ненормальный. А мы это сейчас и выясним. А ну вас с вашими яблоками. Шляпа! Боже, шляпа! Пальто, шляпа! Подумайте только, сколько мы времени тратим зря. Ой, отдайте мальчика. Ну, как дела, дедушка? А? О, немного же вы тут наторговали. Хватит, старичок, пошутили и будет. Ступайте, не мешайте девушке работать. Бороду отрастил, а ума не нажил. А книжку? Почерк какую собрали? Бороду отрастил, а ума не нажил. Тоже мне бороду. Бороду. А я ее возьму и сбрею. Вот сейчас возьму и сбрею. Счастливы вы, товарищ сержант. Бреетесь. А за вас автомат работает. Тоже скажешь. Я еще не заступал. Просыпаюсь. Что же это такое? Неужели я не сплю? Я маме скажу. Мама! Мама! Что с вами, дедушка? Дедушка? Вы меня не узнаете? Простите, нет. Ну как же? Как же вы меня не узнаете? Нет. Ну, узнайте меня. Пожалуйста. Да-да-да, вы наш новый монтёр. Вот, очень хорошо, что я вас встретила. Зайдите, пожалуйста, к нам в 12-ю квартиру. У нас пробки перегорели. Пробки? Пробки в 12-й. Перегорели? А, товарищ монтёр, куда же вы? Странный какой-то. Куда ты меня тянешь, дружок? Ну куда? Ну? Thank you.
узнал. Ну, теперь-то я не пропаду. Тетенька, с чем у вас пирожки, а? С мясом, рисом и повидлом. И дайте мне, пожалуйста, один с повидлом. Вот вам. Не надо, тетенька, я раздумал. Что это вы, гражданин? То дайте, то раздумал. И какая-то я вам тетенька. Вы мне в дедушке годитесь. Не солидно, папаша, не солидно. Дедушка. Папаша. Скажут же. Тетенька. Какая я ему тетенька? Что? Есть хочешь? Да. А деньги у тебя есть? Ах, нету. Заработать надо. Ты артистка, заработала. Получай. О, спасибо тебе, дружок. Один ты у меня верный друг остался. Спасибо тебе. Был бы я настоящим стариком, получал бы я пенсию за свою работу. Да, а то кто же мне даст пенсию, если я всего 3 года работал? В первом, во втором и в третьем Б. Да и то, на двойке и на тройке. А есть-то надо, одним пирожком сыт не будешь. Родная мама не узнала. Монтёр, говорит, монтёр. А какой же я монтёр? Знаешь, дружок, пойду-ка я в лес, где не ступала нога человека. Сделаю себе лук, стрелы, буду жить охотой, ягодами, грибами. Кажется, здесь не ступала нога человека. Нет, здесь ступала. Может, там не ступал. Ой, кто? Куда? Нога человека. Дружок, и сидите. Поесть дадут. Смотри-ка, деревянная разговаривает. Пить хочу. Сейчас, кукушечка, я тебя напою. Пей, пей, маленькая. Вот.
Спасибо, мальчик. Откуда ты знаешь, что я мальчик? Потому что я волшебная. Тогда, может, ты знаешь, почему я стал стариком? Знаю. Слушай, тебя превратил в старика злой волшебник. Ой, а как же я этого не заметил? Человек, который зря теряет время, не замечает, как стареет. Правильно. Кукушечка, милая, помоги мне. Я больше никогда не буду терять зря время. Вот увидишь. Ку-ку, я им служила 10 лет, 2 месяца, 3 недели, 4 дня, 6 часов, 7 минут и 13 секунд. А они ни разу меня не пожалели, ни разу не напоили. Вот гады какие. Ладно, не сносить мне головы, но тебе я помогу. Поверни часовую стрелку на 3 круга назад, и ты опять станешь мальчиком. И все? И все. Так просто? Так просто. Красота! Ку-ку! В городе остались еще 2 девочки и 1 мальчик, превращенный в старичков. И если ты без них повернешь стрелку, то ты станешь опять мальчиком, а им уж никогда не превратиться в ребят. Никогда. А как же быть? А чего как быть? Крути стрелку. Нет, кукушечка, так не пойдет. Это будет не по-пионерски. Надо сперва найти ребят. Молодец. А теперь погляди в окно, не идет ли кто. Я скажу тебе заклинание. Хорошо. Там какие-то ребята. 2 мальчика и 2 девочки. Это злые волшебники. Прячьтесь скорей. Скорей. Правильно, дружок, под лавку. Скорей, скорей. Вот так. Ой. Тихо. Для начала мы раздадим эти рогатки в городе ребятам. Они всех собак и кошек перекалечат, всех птиц перебьют. Ах и умница, злобненький ты мой. Чем это здесь пахнет? Посторонние запахи? Кажется, показалось. Может, под топтином кто спрятался? Проверим. Ложные страхи. А я, признаться, порядком испугался. А чего испугался? Чего-чего. Да ведь если превращенные нами ребята случайно догадаются и сегодня до захода солнца придут к нам в избушку и повернут часовую стрелку на 3 круга назад и произнесу наше заклинание, они опять станут ребятами. А мы? А мы исчезнем. Да что ты, Прошенька, ты где им все это узнать? Да как им друг друга разыскать? Да как они догадаются повернуть стрелку? Да, да откуда они узнают наше заклинание? Тигрики, мигрики. Жаранды. Баранды. Тигрики. Будьте здоровы, батюшка. Я не чихал. Это ты будь здоров, дармоед. Я не чихал. Авдотья, Анна, вы? Не чихали, батюшка. Ой, не нравится мне это. Надо посмотреть получше. Ой, ой, укусит! 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 Собачья тройка пронюхала! Вон отсюда! Гоните ее! Гоните ее! Ой, укусит! Вон собачья тройка пронюхала! Вон отсюда! Гоните ее! Надо будет переселяться подальше. Уже и сюда пронюхали дорогу. А сейчас за работу. В город. Мы еще поспеем на последние уроки. Дружок, скорее в город. Надо найти превращенных ребят. А то они так и останутся до старости стариками. Скорее, за мной. В чем дело? Поняли. Ну тогда действуйте. Вася, 48 половину просит. На. Раздавай, раздавай.
Остяп голодный, остянешься. 41, ем один. Ну и не надо, жадина говядина. Сам ты говядина, на чужой каравай рта не разевай. Правильно, очень способный мальчик, из тебя толк будет. А ну, попробуй в крайнего. Жалко. О, жалко. Эх ты, девчонка, еще заплачь. Можно стекло угодить. А можно и не угодить. Риск – это только для смелых людей. Для смелых, говоришь? Да. Тогда смотри. А ну, следующий. А ну, давай, ты. Давай, давай. Эх, была не была. Так, зачем ты мне дал под нож? Давал. Не давал. Давал. Я видела, видела, видела. Простите, можно вам задать один вопрос? А что вам нужно? Скажите, вы не девочка? Вам не 10 лет? Вы не ученица 3-го класса? Да вы что, в своем уме, гражданин? Я вам сейчас все объясню. Ну? Я, видите ли, сам мальчик. Мальчик? Да, мальчик. Сегодня утром я превратился, а до захода солнца мне надо обратно. Понятно? Понятно. Идем. Куда? Милицию? Зачем? Я тебе покажу, какая я ученица 3-го класса. Милиционер! Я тебе покажу, какая я девочка! Ловите его! Он хулиган! Он людей пугает! Правильно, правильно, дружок. Так дальше дело не пойдет. Надо искать по приметам. Идем, дружок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три, четыре, раз, два, три, четыре. А? Три, четыре, раз, два, три, четыре. Ага, песочек играешь, старенькая. Дружок, одна есть? Здравствуй, девочка. Ага. То есть как это девочка? Не притворяйся. А лопаточка, а песочек, а мурзилка? В журнале «Мурзилка» я работаю. Заведую отделом детских игр. Последний. Два, три, четыре. Раз, два, три. Я сейчас прыгаю. Раз, два, три. Ничего у меня не получается. Придется тебе помогать мне искать детей-старичков, а? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Как в классе учишься? В 3-м, а что? Как тебя зовут? Маруся Морозова, а что? А то, что ты превращенная. Как? Так же, как и я. Ой. Идем. Ой-ой-ой. Зря время теряла? Теряла. А, вот и дотерялась. Посмотрись-ка в лужу. Ой, что это со мной? Превращенная, понимаешь? Ага. А что теперь будет? Петя! Это тоже в школу опаздывает. Ну, чего стоишь? Чего зря время теряешь? Что вы на меня кричите? Ничего не теряю. Я уже из школы иду. Какие-то граждане сегодня странные попадаются. Одна старушка там во дворе в класс играет. Стой, стой, стой. Старушка, говоришь? Да. А где твой двор? Там, за углом. Еще есть одна. Ты скорей же, скорей! Надо найти еще двоих, понимаешь? Я бегу, бегу! И обязательно до захода солнца. Ага. Девочка, мы тебя знаем, тебе 10 лет. Да, а что? А? Мы тебя спасем. Как тебя звать? Надя, а чего вы меня спасете? Ничего не знаю. От старости. Ты превращенная, как и мы. О, о, сейчас увидишь. Идем, 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 идем. Смотри.
Граждане, в чем дело-то? Из какого класса? Любитель. А, не наш. Ходят тут какие-то ненормальные. Опять! Чанди! Ой, иди! Маруся, скорее! Я бегу! Бегу! Ай-яй-яй! Здесь? Ой! Страшная тайна! Пошли! Детям воспрещают, но мы же превращенные! Ой, правильно! Петя! Страшная тайна! Страшная тайна? Страшная тайна, где четвертый превращенный? Вот страшная тайна! Ой. Дружок, ищи! Смотри, куда тащи! Тихо, тихо, не мешайте, не мешайте! Куда, туда! Ваш билет, дедушка? Тетенька, мне уж полных 16 лет! 16? Честное слово, вчера исполнилось! А что вы смеетесь? Это я на вид третьеклассник, а так-то аж большой! Ну идите, юноша! Минуточку, дедушка! Так-так-так, отойдем в сторонку! А ну, пойди сюда. Дяденьки! Тетеньки! Я больше не буду! Слушай, Витя! Я скажу! Превращенный! Мы еще успеем! Куда, куда, куда? Скорее, в лес! Солнце заходит! Да, в лес, да? Ладно. В лес, солнце заходит! Давай, ребята! Спартакиада нашего района. А это старички, вот это я понимаю. Здорово бегут. Стойте, злобники, так это ж моя. А это мой, никуда не припустились, вот бегут. Да вы что, олухи, не понимаете, что случилось? А что? Они узнали нашу тайну. Мне дурно. Дурно? Мы должны быть первыми в нашей избушке. Мы должны спрятать часы. Кондуктор, остановите вагон! Остановите! Остановите! Кусочек, умираю. 41, ем один. Фу, ты выучил на свою голову. Ребята, оттянись. Ой, очень могу. Дайте газировку. Сейчас. Спасайся, ребята, волшебники! Пропали! Дружок, проси, проси! Подвезите! Что? А вам куда? В лес, по дачному шоссе. Как раз по дороге. Садитесь, папаша и мамаша. Везет мне сегодня, старичка. Ребята, помогите мне, не догнали, не догнали! Мы еще посмотрим, кто кого. За мной! Скорее! Скорее! Скорее, звони! Проклятие! Ой, смотри, срезали трубочку.
Скорая помощь! Слушайте, из сумасшедшего дома сбежали четверо больных. Два старика и две старухи. Они сейчас едут на грузовике по дачному шоссе, к лесу. По дачному шоссе? К лесу? Минуточку. Узнать их очень просто. Выдают все за детей. Знакомые штучки. Вы только спросите, вы старики или школьники? Спасибо, благодарю вас. Приняли меры. Машина на выезд. Сейчас выезжаю. Думать, дети. Скорей, за мной. Скорей, скорей. Подождите. Коротенькая игрушечка. Полная игрушечка. Держите! Загоню! Угнали машину! Машину угнали! Выигранную! Денежную весевую! Угнали машину! Остановитесь! Остановитесь! Кому я говорю? Остановитесь немедленно! Я требую с тобой говорить! Граждане! Остановите их! Помогите! Люди! Угнали машину! Мою машину! Ах, угнали! Докладывает сержант Маслюченко. Угнан москвич. 3246. 3246. Покидаю пост. Преследую похитителей. Умоляю, начальник, нельзя ли побыстрее? Держите их. Держите. Нам нужно только проверить этот факт для науки. Ой, нет, ну, пожалуйста, нас не задерживайте. А то мы никогда не превратимся. Обратно в детей. Солнце заходит. Нет, не беспокойтесь, я вас не задержу. Я очень хороший доктор. Я только проверю ваш пульс. А уколов не будет? Нет, нет, никаких уколов. Чего-то. Ой. 3, 4. Ну? Чудеса! Они на самом деле дети! И у них детский пульс! А я что говорил? Боже мой! Я, кажется, сошел с ума! Держите меня! Несите меня! Ох, мальчики, девочки! Куда? В дупло! Скорее! А ты чего? А я боюсь! Все, не бойся! Ну и денек! Подумаешь, обыкновенный волшебный лес. Я здесь все тропинки, как свои 5 пальцев знаю. А я боюсь! Ну и оставайся навсегда стариком. Со мной, девчонки! А я! Со мной! Скорей, скорей, скорей! Анна, Авдотья, Андрюшка! Ну где же они, сержант?
Держи волшебников, как хочешь, а задержи! Быстро! И окно закрыто ставнями. Ой, что ж теперь делать? Попробую через трубу. Кукушечка, ты меня слышишь? Ку-ку. У нас дверь не открывается. Выручай. Напишите на двери 4 слова. Делу время, потехе час. Но только без ошибок. Тогда дверь откроется. Нужен мел. Есть! У меня. Я сегодня дежурная в классе. Ой. Делу время, потехе час. А, собачья отродья подохла. Бей его, Прошенька! Бей его! Андрюшка! Заколдуй собаку! Сейчас! Ой, я забыл заклинание! Вспомни! Не то голову оторву! Ой, тип-топ, забыл! Вспомнил! Тип-топ, собачка, стоп! Тип-топ, собачка, стоп! О, псина! Окаменела! Фу! Сочка. Ну? Вот она, погибель наша! Ой, нет, ошибка! Потехи! И. Не открывается! Нет, потехе! Вспомнил! Потехе! Зря ушедшие года не воротишь никогда. Мы с тобою люди честного труда. Где бы ни были везде, и в учебе, и в труде, мы с тобою, мой товарищ, дорожить должны всегда. Временем, временем, драгоценным временем, чтобы зря не проходили ни минуты, ни года.